Всем привет! В эфире МТВ афиша выходного дня, и я ее ведущая Анна Полякова. В ближайшие несколько минут я расскажу вам, как интересно провести эти выходные, куда сходить, на что посмотреть и чем заняться. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем! В эту субботу Волгоградский музыкальный театр приглашает посетить оперетту «Марица». Невероятно трогательная, романтичная и в то же время страстная история любви не оставит вас равнодушными. В «Марице» влюбленным приходится пройти через множество испытаний, от взаимных обид и недопониманий до самых нелепых совпадений. Сюжетная интрига будет держать вас в напряжении до последней минуты, а яркая праздничная музыка, зажигательные танцы и комедийные ситуации подарят вам незабываемые впечатления. В это воскресенье новый экспериментальный театр предлагает вам от души посмеяться и погрустить над историей жизни четырех друзей, которые каждую неделю собираются для того, чтобы поиграть в настольный эрудит. Но в этот раз все пойдет не по плану. Действие происходит в Нью-Йорке, в квартире известной тележурналистки. Откровенные разговоры о мужчинах, курьезные моменты и грустная ирония. В этом спектакле за веселыми шутками кроются серьезные проблемы одиночества и поиска счастья. Вы когда-нибудь задумывались о том, какие созвездия можно разглядеть на небосклоне нашего города? Если вы не нашли ответ на этот вопрос, значит, самое время посетить программу Волгоградского планетария «Вселенная. От мифов до наших дней». Полнокупольное изображение поможет вам совершить увлекательное путешествие по Солнечной системе, не вылетая в космос. Вы побываете на Луне и Марсе, увидите Млечный путь, а также узнаете о разнообразии звездных систем, из которых состоит Вселенная. В это воскресенье Волгоградская филармония предлагает совершить краткий экскурс в историю музыкальной культуры Вены. Гениальный Моцарт, романтик Шуберт, король вальсов Штраус-младший, создатель скрипичных шедевров и виртуоз Крейслер. Одним словом, венские контрасты. Именно так и называется концертная программа, на которой вы сможете услышать звуковую палитру музыкальной столицы Европы от эпохи классицизма до 20-го столетия. В преддверии Хэллоуина зажигательными танцами и кельтской музыкой в Старой Сарепте отметят Самайн. Это древний языческий праздник, который означал завершение сбора урожая и наступление нового сельскохозяйственного года. Самайн считается языческой предтечей христианского Хэллоуина. В Сарептском подземелье вас ждут микс традиционной кельтской музыки и современных произведений, исполненных на кларнете, а также зажигательные ирландские танцы. В современном мире так много ярких красок, динамики и звуков, что иногда просто не хватает тишины. Насладиться спокойствием и умиротворением вас приглашает Волгоградский музей изобразительных искусств имени Машкова. В экспозицию под названием «Звуки тишины» вошли картины художника Виктора Попкова. Автор умело совмещал условность и реализм, традицию и инновацию, а также не боялся ломать каноны и стереотипы. На выставке представлены работы с конкретной географической привязкой и философские пейзажи обобщения. Любителям спорта предлагаем в субботу посетить матч национальной сборной России по регби. Это будет заключительная игра русских медведей в этом году. Грандиозное событие приурочено к празднованию 130-летия российского регби. Соперником нашей команды станет клуб «Барбарианс», в который входят легионеры из Южной Африки, Грузии, Тонго и других стран. Это будет зрелищное противостояние. Узнать о модных направлениях советского времени, вспомнить о том, как жили, одевались и проводили свободное время жители нашей страны в 20 веке, вы сможете на выставке «12 лет весны» в библиотеке имени Горького. В экспозиции представлены фрагменты советской периодической печати, в частности, статьи из газеты «Сталинградская правда», фотоматериалы, агитационные плакаты и различные афиши. Вам расскажут о значимых событиях и о том, как развивались искусство и культура советского времени. Если эти выходные вы решили провести дома, то заходите на портал mtv.online и пересмотрите наши проекты. Рекомендую посмотреть новый выпуск программы «Кузница чемпионов». Ее ведущий Максим Черпак расскажет о первых волжских спортивных играх «Страна чемпионов». Дзюдо, настольный теннис, бокс и не только. Соревнования собрали сотни любителей спорта из разных уголков России.
России. На этом у меня все. Хороших вам выходных. И помните, в Волгограде происходит много интересного. Чтобы получить новые впечатления, нужно просто выйти из дома.